Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Сегодня нас пригласили в гости жители 10-го дома по улице Космонавтов. Как говорится, гостей встречают с открытыми дверями. Вот только здесь, во втором подъезде, двери открыты в буквальном смысле. Как мы видим, двери здесь просто нет. Как нам рассказали жители подъезда, управляющая компания пообещала исправить недочеты уже почти год назад. У нас вот с весны отпала эта дверь. С весной отпала. Летом мы сходили к ним, написали заявление, собирали подписи. Они сказали, двери вставим. Пришли в сентябре. Говорят, давайте деньги соберем на этот, на домофон. Мы говорим, куда его ставить? Дверей-то нет. Они говорят, мы вставим двери. То есть дверей все так и нету. Все еще сказали, к Новому году, снова, к зиме вставим, когда холода начнутся. Холода начались, дверей нет. У нас трубы вот так вот открыты. Это вчера их только замотали. Замотали вот эту обмотку. Вот и получается, что здесь все как в рекламном слогане. Наши двери для вас открыты всегда. Мелочь, а отсутствующая. Улица Строителей, дом 5А. Около дома местные жители решили устроить небольшие плантации. Вот только некоторые деревья мешают. Например, эта береза, которая стоит на месте чьего-то чужого огорода. Видимо, поэтому решили сделать проще. Обрубить кору, чтобы лишить дерева жизни. Огороды огородами, но, конечно, не нужно было отдирать березу. Потому что весной она подгниет и упадет на гаражи. И причинит больше ущерба людям. Если так и дальше пойдет, то уже к следующей весне эта красивая и здоровая береза упадет на те самые плантации огороды, которые хотели развить некоторые. Мелочь, а портит природу и мнение о некоторых кунгуряках. Совсем рядом у 5-го дома по улице Строителей мы нашли мелочь, мимо которой точно не пройти. Прямо на дороге, по которой ходят люди, образовалась яма глубиной, ну, никак не меньше 2 метров. Сейчас это все заброшено, я не знаю, от чего они отапливаются. И вот получился обвал осенью. Сюда все эти, вся вода, это, ну, конечно, из луж ушла, ну, это ладно одно, а то, что люди ведь падают туда, уже человек падал, ножку ломал. Говорят, что яма появилась еще осенью, только вот засыпать ее или хотя бы чем-нибудь закрыть никто не удосужился. Мелочь, а травма опасная. Партнер рубрики «Любимая мебель» – это красивые, удобные, вместительные кухни, шкафы-купе, сделанные точно по размерам вашего помещения. Улица Коммуны, 47.